К сожалению, статус космической державы у нас ставится под сомнение вот этими явлениями, потерями, которые мы несем. Здесь абсолютно очевидная вещь. Необходимо вернуться к тем традициям, которые у нас были. И когда мы имели выдающиеся успехи в космической отрасли, в исследованиях, в запусках, в формировании систем космических, и наложить их на сегодняшние реальности, посмотреть, что не хватает, что мы не так делаем. Это совершенно очевидная вещь, вернуться к тем традициям, которые у нас были, которые сегодня нарушены. Кстати, может быть, я как-то ускоряю наш с вами диалог, но мне кажется, происходящее с Российской Академией Наук может иметь некую аналогию. Нам нельзя так вот в одночасье, по сути дела, разрушать то, что создавалось десятилетиями, как и космическая отрасль. А это традиции, это состоявшиеся технологии, которые нам необходимо учитывать, сохранять и только очень тонким, хирургическим таким вмешательством корректировать в необходимых к современным событиям переменам. Но вот так, как мы сегодня это делаем, это недопустимо.